Друзья, всем привет! Сегодня подборка к вашему вниманию классических рабочих ножей. Сразу извиняюсь, свет немножко бликует. Уже стараюсь снимать вечером, но все равно, как вы видите, клинки немножко играют. Итак, у нас грибник, турист и нож таежный. Давайте по порядку самого компактного. Итак, нож-грибник. Вот такой вот небольшой, удобный, маневренный рабочий нож. Клинки на всех ножах, кованая H12MF, спуски на всех от обуха, с легкой вогнутой линзой, то есть это все три резака. Вот этот нож всем очень приглянулся, я был уверен, что это так и будет, потому что среднеразмерный, например, универсал турист есть, таежный большой есть, таежный мини есть, универсал мини, а вот это вообще прямо что-то среднее, такой легкий, удобный, маневренный. Рукоять здесь венге, вставка эбонит, дюраль G10 Bolster. С каждым ножом будет темляк. Клинок на этом ноже, соответственно, 123, 28 ширина, обух 3,1. Здесь все ножи на любой вкус по размерам, кому какой захочется. Итак, второй нож, турист. Форма клинка финская. Обращаю внимание, не клинок, а форма. То есть, если сделать спуски 2 трети или ромбик в сечении, вот это будет прям финский клинок. По материалу клинка, по исполнению, по геометрии все то же самое. Рукоять карельская береза. Больстер из латуни. Размер клинка здесь получается 138, 29 ширина, обух 3,2. Это второй нож. И нож номер 3. Таежный, так скажем, бестселлер наряду с универсалом там с конца 17-го года. Клинок H12MF, также линза от обуха, спуски, резачок, черный граб, вставка кориан, искусственный камень, дюраль G10 и с темляком. Ну, все три ножа с темляком будут. Здесь клинок 150, 31 ширина, обух 3,3. Вот такие красавчики, друзья, на любой вкус, на любой размер. Работать у вас будут очень долгое время, если будете за ними ухаживать. На природе, на охоте, блин, да на рыбалке, на самом деле, ну, давайте будем честными, если ухаживать, они будут у вас работать, эти ножи, и работать. Там, вспомните манси, очень много кто вот пользует ножи манси на рыбалках, ухаживает за ними, и все нормально, там, масло для катушек у любого рыбака есть, вот, пожалуйста, поработали, смазали клинок, убрали в ножны, все, будет служить вам очень-очень долго. Цены, друзья, будут в описании, контакты там же, пишите, звоните. Естественно, с ножнами, кожа на двух подвесах, прошиты, проклепаны. И вот на примере одного покажу, как будет сидеть в ножнах. Пожалуйста.